Всех с наступающим Новым годом. У меня для вас, ну, большей части для инвесторов есть хорошее предложение. Много кто рассказывает про проекты, про концепцию. Я хотел бы рассказать про деньги и то, что вы получите от сотрудничества с нашим проектом. Ну, для стартапа важен рынок. Наш рынок затрагивает очень объемный, затрагивает примерно 700 миллиардов рублей ежегодно. Это рынок такси, смежные рынки, которые связаны с топливом, продажей автомобилей, автомобильными кредитами, автосервисами. Это еще около 2 триллионов ежегодно. То есть рынок очень большой. Для стартапа также важна проблема. Нельзя выдумать проблему, ее решать, за это собирать деньги. Стартапу нужна крутая проблема. У водителей такси есть сейчас большая проблема. Они не могут получать свои деньги безналично очень быстро. Когда вы оплачиваете поездку с помощью вашей карты, они уходят в Яндекс. Яндекс отправляет автопарку. Автопарк отправляет водителю. Это происходит примерно в течение недели. Все это работает по смс-кам, ручным платежкам. Это неудобно. Также у большей части населения есть проблема с доступностью страховок. Именно поэтому процветают не настоящие полисы ОСАГО. Именно поэтому процветают неоригинальные запчасти. Эту проблему мы решаем. Мы работаем совместно с Яндексом и Альфа-банком. Мы интегрированы с ними по API. На данный момент в нашей платформе 218 тысяч водителей. Мы управляем деньгами этих водителей. Ежедневный оборот заказов внутри системы 20 миллионов. В месяц транзакции происходит на 600 миллионов. Это на ноябрь месяц. В декабре, скорее всего, будет больше. Важное замечание. 600 миллионов – это деньги, которые мы администрируем ежемесячно. Это деньги, которые можно забрать, продав водителям что-то полезное. Топливо, машины, что-нибудь еще. В стартапе важен опыт основателя. Я прошел весь путь, начиная от водителя такси. Я разобрался полностью в механике, в том, как это работает. Вплоть до каждой минуты на заказе. Играет роль все. До владельца автопарка. У нас сейчас 30 машин. Наверное, самыми лучшими показателями по эффективности, по выручке. Мы это делаем не в первый раз. Мы уже зарабатывали 1 миллиард в течение года. Вот эта выписка из банк-клиента. Вы увидите, там только безнальные обороты. 590 миллионов по одному юрлицу и 506 по другому юрлицу. Все документы я могу предоставить для инвесторов. Мы сейчас хотим не просто заработать миллиард, а зарабатывать его каждый месяц. Только с рентабельностью не 5%, а 80%. Нас поддерживает Альфа-банк. Нас поддерживает Яндекс. Практически в принудительном порядке, наши клиенты получают вот такие рассылки от Яндекса. Есть партнерский сайт и ссылка на нас в Альфа-банке для того, чтобы наши клиенты могли нас найти очень просто. Мы не тратим деньги в маркетинг вообще. У нас нет такого бюджета. Нас рекомендуют в том месте, где проблема создается. Наша команда. Это тоже важно для стартапа. Команда входит в топ-7 по версии Tagline. Это достаточно авторитетная премия Рунета. Команда разработки — это КД. Они разрабатывали такие предложения, как Яндекс.Еда. Ранее это был FoodFox. Они продались Яндексу за 690 миллионов рублей. Что сейчас есть? Это скрин из переписки с моим менеджером отдела продаж. Мы в неделю подключаем примерно 16 автопарков. 25 миллионов рублей – это транзакции наших водителей. Еженедельно мы 10-17 парков подключаем. Активная аудитория пользователей водителей – 22 тысячи уникальных водителей ежемесячно. 780 тысяч рублей выручки мы уже заработаем в декабре и планируем заработать 1,5 миллиона в январе. Это скриншоты по количеству лидов. Мы получаем огромное количество входящих заявок от клиентов. Нам не нужны деньги на маркетинг, нам нужны деньги на быстрый рост. Также мы ведем блог, аналогов которому нет, и статьи из блога используются для консультации новых парков в Яндексе. Помимо всего прочего, стартапу важно, чтобы было видение, что будет дальше. У нас видение есть. Мы знаем, что делать, чтобы заработать миллиард рублей в месяц.
Мы это знаем точно, это на финмодели есть, это не просто какой-то космос. Что мы предложим инвестору? Инвестору мы предложим 15% от компании за $1 миллион. До достижения возврата всех инвестиций мы будем платить 70% от прибыли. После пропорционально доли. Мы предлагаем инвестору увеличить свой капитал в 10 раз на горизонте 4 лет. Пожалуйста, запишите мои контакты. Мы ведем переговоры с Альфа А1, то есть инвестора интересуются. Мы крайне интересный стартап для банковского сектора. Чтобы было понимание, по нашему KPI совместно с Альфа-банком мы должны заработать $10 миллионов в течение следующего года для Альфа-банка. К сожалению, мы эти 10 миллионов сами не можем заработать без банковской лицензии. Но Альфа с нами уже заработает, и они в нас заинтересованы. Олег, спасибо большое. Отличный проект, друзья. И уже прям все встали, замерли и снимают на телефоны.